Днем обещают до 22 градусов тепла, ночью же термометры покажут от 2 до 7 выше нуля. Такую погоду на Радонецу прогнозируют синоптики. Отмечается, что на севере страны на поверхности почвы возможны заморозки. В то же время осадков больше не ожидается. В воскресенье потеплеет, температура будет варьироваться от 15 до 20 градусов. В понедельник ожидаются уже нормальные для этого периода температуры от 17 до 20. При этом специалисты отмечают, что по-прежнему будет чувствоваться прохлада. Несмотря на тенденцию роста температуры воздуха, в воскресенье будет северо-западный ветер, тепловой комфорт не будет таким ощутимым. Все же нужно будет надевать легкие куртки. Во вторник и среду ожидается солнечная погода и до плюс 22. С четверга возвращаются дожди, температура воздуха снизится на 5 градусов.